В эфире «Сыскное дело» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. В Самаре взят под стражу Мансур Исманжонов, главный подозреваемый в убийстве болельщика футбольного клуба «Спартак» Антона Феоктистова. Напомним, преступление было совершено в ночь с 8 на 9 августа на территории кафе «Палуба». По данным правоохранителей, между посетителями заведения вспыхнула ссора, которая потом переросла в поножовщину. Подозреваемый, используя нож в качестве оружия, нанес гражданину Феоктистову два удара, один из которых пришелся в шею с передней стороны, в результате которого и наступила смерть Феоктистова на месте происшествия. Исманжонов был задержан в кратчайшие сроки, недалеко от места преступления, возле администрации Октябрьского района. Орудие преступления у него находилось при нем. Позже он пытался избавиться от орудия преступления, однако у него это не получилось, нож был изъят. Теперь подозреваемому грозит до 16 лет лишения свободы. Сейчас следователи продолжают выяснять причины конфликта. Также изучают записи с камер видеонаблюдения, установленных в кафе. По ходатайству следователей и решению суда, ближайшие 2 месяца, пока идет следствие, подозреваемый проведет в СИЗО. А бывший депутат городской думы Владимир Сюсин остается под домашним арестом. Таково решение суда. Изменить меру пресечения и заключить обвиняемого в получении взятки чиновника под стражу просил Следственный комитет. Следователи отметили, что Сюсин нарушает порядок пребывания под домашним арестом и через родственников угрожает свидетелям физической расправой. Адвокат Владимира Сюсина уверен, что его подзащитный строго соблюдает все ограничения, а обвинение в его адрес лишь попытка оказать психологическое давление. Он не выходил из дома, телефон у него изъяли, другой он не приобретал. Он интернет дома отключил, только чтобы не было любого повода изменить ему эту меру пресечения. Они пишут и про интернет, и про телефон. Есть сведения, эти сведения легко проверяются. Возьмите распечатку, если он интернетом пользуется, он кому-то писал письма, значит, там электронная почта. Напомним, уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере свыше 1 000 000 рублей на Владимира Сюсина завели 1 июля. С 3 июля чиновник находится под домашним арестом, который продлится до 1 сентября, если не появятся новые обстоятельства дела. Более 70 игровых терминалов и более сотни системных блоков было уничтожено на одном из предприятий Самары. Все эти игровые автоматы, или как их еще называют, однорукие бандиты, были изъяты полицейскими почти за год в ходе рейдов по незаконным игорным заведениям Самарской области. Изначально игорное оборудование изымалось правоохранительными органами. В последующем, после принятия судами решениями о конфискации, передавала службу федеральных приставов. Ну и с последующей передачей нами. Распоряжение с таким оборудованием только одно, оно уничтожается. Почти тонну яблок неизвестного происхождения пришлось пустить под пресс. Фрукты были обнаружены в ходе проверки специалистами Россельхознадзора и Самарской таможни одного из крупных супермаркетов на улице Дыбенко в Самаре. На упаковках были переклеены этикетки. По декларациям о соответствии была написана указана страна происхождения Сербия. По счетам, фактурам, по товарно-транспортным накладным была указана страна Эквадор. Номер таможенной декларации является фальсифицированным. В итоге точно определить, откуда были привезены фрукты, невозможно. Согласно закону, всю продукцию, на которую были предоставлены фальсифицированные документы и по которым невозможно определить ни страну происхождения, ни сорт, ни качество и безопасность, необходимо уничтожать. Яблоки утилизировали прямо на территории супермаркета. В дальнейшем их вывезли на полигон отходов. Более 30 миллионов рублей задолжали жители Советского района Самары государству. Речь идет о неоплаченных налогах на имущество. В итоге более 370 человек попали в черный список налоговой инспекции и судебных приставов. Подробности в нашем сюжете. Не платишь налоги, придется расстаться с имуществом. Хозяин этой машины несколько лет не платил транспортный налог. В итоге задолжал более 50 тысяч рублей. Теперь на его автомобиль наложен арест. Машина будет продана на торгах. Вырученные средства пойдут в счет погашения задолженности. Наложение ареста на имущество, говорят приставы, не единственная мера. Если у должника имеется задолженность, и задолженность не оплачена в течение 5 рабочих дней после уведомления должника,
то, соответственно, взыскивается сумма исполнительского сбора, это 7%. Также ограничивается выезд за пределы Российской Федерации, обращается взыскание на счета, выставляются запреты на недвижимость, если это большая сумма, и транспортные средства. Узнать, имеются ли задолженности без лишнего труда, может каждый налогоплательщик. Для этого нужно зайти в личный кабинет специального электронного сервиса «Налоговая инспекция». Для того, чтобы воспользоваться личным кабинетом, нужно в любой налоговый орган, доступный данному физическому лицу, подать соответствующее заявление. Налоговый орган на основании поданного заявления выдает парольную карту, с помощью которой осуществляется первоначальный вход в личный кабинет и дальше меняется пароль по усмотрению самого налогоплательщика. Только в советском районе Самары злостными неплательщиками являются более 370 человек. Общая сумма их долга свыше 30 миллионов рублей. Налоговые инспекторы советуют не затягивать с уплатой и еще раз напоминают о крайнем сроке 1 октября. В противном случае разговор с неплательщиками будет короткий. Охоту на неплательщиков продолжают и инспекторы ДПС. За 7 месяцев этого года только в Волжском районе области на водителей, нарушивших правила дорожного движения, было составлено более 11 тысяч административных протоколов на сумму свыше 12 миллионов рублей. Но платить за свою беспечность вовремя готовы не все автолюбители. Многие не делают этого месяцами. Чтобы ускорить процесс оплаты, инспекторы ДПС выявляют неплательщиков прямо на дороге. У Максима Смельского два неоплаченных штрафа по 500 рублей за превышение скорости. Теперь за просрочку мужчину привлекут к административной ответственности. Закрутился, не оплатил вовремя. Сегодня оплачу, поеду обязательно. Сегодня как раз есть время, чтобы это исправить. Человек, который не уплатил в установленный законом срок штраф, ему грозит такая ответственность. Либо это штраф в двойном размере, либо это арест сроком до 15 суток, может быть, либо это ограничение на выезд за пределы Российской Федерации. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания.